Анапский лед – редчайшее явление, только не для хоккейной арены. Несмотря на минус 5 за бортом, лед здесь горячий. Разогревает его команда «Регион-23». Эра хоккея началась, в принципе, когда Василий Александрович возглавил муниципалитет в 2020 году. И он поддерживает все виды спорта, хоккей один из них. Вот уже 4 года команда «Регион-23» радует анапчан захватывающей игрой и громкими победами. В составе группы более 20 профессионалов и любителей. Согласно регламенту ночной хоккейной лиги, в хоккее играют спортсмены старше 18 лет. Это круто, это весело, это интересно, это эмоционально. Это здоровый образ жизни в первую очередь. Кстати, скоро на лед выйдет и подрастающее поколение. Продолжается набор юных спортсменов в группы для начальной подготовки по хоккею с шайбой. В итоге будет сформирована молодежная команда под брендом «Регион-23». Проект реализуется на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 1. Играл в Москве, сейчас здесь в Анапе. Ну, так сказать, хоккей – это наша жизнь. Во-первых, играть не на себя, а на команду – это самое большое. Всегда биться до конца в каждом единоборстве, в каждом игровом моменте, всегда отдавать себя по полной. Ну, соответственно, играть самоотверженно, не жалеть себя, бросаться под шайбу. У нас финал в эту субботу в 22:00 на Айс Пэласе в Краснодаре. Поэтому всех причастных и заинтересованных, и любителей хоккея приглашаем. Если вы подписываетесь на наш телеграм-канал, то там все шайбы отражены. Анна Станкевич, Михаил Григорьев, Анапа регион.